Приветствую вас, подписчики и любители видеоигр на моем канале. С вами Михаил. И продолжаем проходить живую сталь. Живая сталь, прохождение ниндзя. Ну, я его так назвал. Так, в прошлый раз я Noisy Boy победил. Сейчас начинаем сначала. Третий мир, да? Ой, четвертый, извиняюсь. Четвертый, Hattori 2.0. Сейчас посмотрим, что он мне противопоставит. Ну, я знаю, что он скорость может противопоставить. А кроме скорости, посмотрим, что у него есть. Как у него подбородок держит. И даже я его тут меньше, офигеть. Вот так вот, смотрите, легко. Опля. Выдохся все-таки. Думал, ни разу не меня не заденет. В итоге, о, неплохо. Пробил меня. Ты чё, пацан? Ну. Вот так вот. Еще отлично. И смотрите, уже с рукой у него проблемы. Надо его добивать. Кстати, я сейчас заметил, что у меня жизни-то тоже были на таком пределе. Что мог и уронить меня. Но поезд невидимого фронта. Смотрите, уже тяжело встает, но это хреново, надо его вот так вот бить. Отлично. Иди сюда, мой белый хлеб. Ух ты, смотрите. Поворачивается парень-то. Стопэ, мужик. Тихо. Попал, отлично. Ну, сейчас он встанет. Ну, посмотрим, надеюсь. Не так легко я его победил. Такой скелет интересный у него, как бы сзади как будто реальный скелет, знаете, сверху латы вот эти вот, там даже как мозг виднеется, интересно, сделали так. О, нифига ты мне врезал. Во, вот это хорошо. Вторую руку обломать, это просто подарок для меня будет. Еще, держи, теперь можешь меня бить. Давай. Лечись. Смотрите, что творит парень-то. Ой-ой-ой. При том, что неплохо попал. Уаа! Это плохо. Это хреново. Он еще выделывается. Не получилось его. Не получилось добить. Ладно. Делаем верхнюю часть. Может, сейчас получится. Самое главное, чтобы он блоки делал, потому что если он упадет, то он не встанет. И это 100%. У-у-у, братан. Ну что ж ты. А еще. Ох, все удары прошли. Блин, жестко было. Просто избиение. Как катком проехался. Ну, смотрите, он даже вставать не хочет. Вряд ли встанет. Да. К сожалению, руку ему не удалось оторвать. И вот так вот. Победил я его. Отлично. Ну, что я могу сказать? Давайте его починим. Там, ух ты, вроде немножко, да, смотрите, уже починка занимает. Финансы-то такие неплохие. Так, который... Вот сейчас у меня посерьезнее противник будет. Уровень боевой, рейтинг у него тоже на 400 больше. Вот он. Ну, его тоже надо правильно, конечно, бить. Но я не думаю, что с ним будет так просто, как с тем. Воу. Дружище, ты чё это? А еще? А вот это мне понравилось. Все удары прошли, и жизней у него очень много ушло. Не знаю, получится у меня руку ему оторвать, вряд ли. Смотрите, у него такие ручища. Он даже не чувствует мои удары. Ну как, я имею в виду по блоку. Оп-па-па-па-па-пам. Два удара в блок. Вот этот прямой он просто меня ловит. О, хороша пошла. Еще. Его надо зажать.
А вот здесь плохо. Он меня еще будет бить. Осторожней. Держись. Главное, чтобы по низу не бил. Остальное не важно. Смотрите, вот уже проблемы с рукой мне. Да что ж ты, блин. А я у него руки еще отбить даже не могу. А, хорошо. Корпус. Неплохой апперкот. И смотрите, у меня проблемы с руками. Тихо, тихо, тихо. Блин, залечился, гад. Во! Вот это я считаю высший класс. Добил. И все удары прошли. Но вот с тобой-то, я думаю, есть возможность победить. Станет. По крайней мере, должен. Давай, мужик. Ох, два удара прошло опять. Не ожидал он, да? И еще. Вот так вот. Смотрите, я ему уже руку, ручку немножко поднадорвал. Ему повезло, офигеть. Ладно. Везунчик. Даже не ударить его. Так, ну что, я делаю руку, а он делает туловище, да? Молодец. Ну что, боец, держи ударчики. Блин, как-то маловато попадаю по нему. Ох, попал все-таки. Не выдержал моего натиска. Ой, детка. Ну что, вставай. Я надеюсь... он, наверное, не встанет, друзья. Побил я его, побил. Ну что, отлично. Две победы подряд. Ни одного поражения. Друзья, тогда на сегодня серию я закончу. Всем спасибо, кто меня смотрел. От вас хочу увидеть пальцы вверх, кому понравилось. Комментируйте. Ну и подписывайтесь на канал. Будет больше видео. Всем пока.